Так. Вот, получается, идет родная MPV-шевская подушка. Это уже китайская. Родная MPV-шевская подушка идет. Вот он. Шток. Шток. И она выше где-то на сантим полтора. Если покупается вот такая подушка, то есть китайская, которая с двумя штоками снизу, она у вас двигатель ложится на рулевую рейку. Это раз. Во-вторых, полностью резина, без всякого наполнителя. Вишенки и Mark II, которые идет шток-шток, они идут гель с масляным наполнением. Чтобы переделывать, надо просто открутить вот этот нижний кронштейн от родной подушки, рассверлить дырку, обрезать болт и все. Также сверху уже сверлил, обрезал болт и все. Это сам же кронштейн сдвигать. Ничего сложного здесь нету. На это фуфло полное.